Этот отопительный сезон для звенигородского жилого комплекса «Серебряные звоны» 2-1. Новоселы едва ли ожидали увидеть в своем благоустроенном дворе воздушные линии теплоснабжения. Но пока без них не обойтись, говорит застройщик. Тепло и горячая вода подаются в дома по временной схеме. Дизельная котельная, они обе одинаковые. Каждый имеет мощность 0,43 гигакалории. Одна из них работает на отопление, другая работает на ГВС. В принципе, они взаимозаменяемы. Застройщик обещает, через считанные месяцы временную схему заменят на постоянную. Стационарную котельную установят дальше от жилых домов. Работать она будет на газе. Временная схема будет заменена. Для этого необходим еще дополнительный земельный участок, на котором расположится, соответственно, котельная. Нас заверяют, что эта работа будет выполнена через несколько месяцев, 2-3 месяца. Вот сейчас посмотрим эту дорожную карту. Вот, со своей стороны земельные участки мы подбираем, так чтобы была все же возможность разместить этот объект. Передать помещение для будущего детского сада – еще одно обязательство застройщика ЖК «Серебряные звоны-2». Его он выполнил полностью. Под детский сад где-то на 40-60 детей. Ну, где-то 70-80. Помещение для будущего детского сада есть, а вот земельного участка для прогулок малышей пока нет. Но это обстоятельство не препятствие для открытия дошкольного учреждения. Мы, еще раз подчеркну, постараемся все-таки изыскать земельный участок, чтобы все-таки это был полноценный детский сад. Застройщик свои обязательства выполнил, помещение, объект нам передал, мы его сейчас введем в образовательную деятельность. Если же земельный участок изыскать не удастся, в дошкольном учреждении заработают группы с дневным пребыванием. Иными словами, будет только присмотр и уход без образовательной деятельности. В следующем году в будущем детском саду начнется ремонт, а уже весной его порог должны перешагнуть первые воспитанники. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».